Можно ли сказать, что бывший вице-мэр, исполняющий обязанности мэра господин Октавиан Маху, назначен на должность представителя, да, госканцелярии в Бельцах для того, чтобы защищать коррупционные схемы? Ну, я так выскажусь, в принципе. Вот судя по нотификациям, которые приходят на имя совета, так и на имя премьер, это в большинстве случаев, как они связаны с предыдущей его деятельностью, где он подозревается, что замешан. То есть даже взять те же концессионные договора. По всем концессионным договорам он был председателем конкурсной комиссии. Судя по документации, которую я предварительно как бы прочитал и соответствующим образом подали жалобы в компетентные органы. То есть, в принципе, грубые, очень грубые нарушения вообще проведения самой процедуры конкурса и выявления победителя, да, конкурса по передаче концессии, уборке у города, вывоз мусора, канализации, очистных, видеокамеры. То есть многочисленные концессионные как бы проекты, они были выдвинуты им, проконтролированы им, и, конечно же, это все делалось в рамках той же конкурсной комиссии, где он являлся председателем. А также, если затрагиваются определенные вопросы в отношении бывших его подчиненных, конечно же, уже по нотификации, по характеру нотификации, то, что это незаконно, или о проверке законности административных актов, конечно же, видно по характеру нотификации, которую он подает.